Проще простого зарабатывать деньги в интернете. Кэшбэк-сервис AliExpress с реальным кэшбэком от 7 до 15%. Заходи по ссылке в описании и возвращай деньги за покупки. Всем привет. Сегодня у нас то ли обзор, то ли показ, то ли микрообзор. Сегодня пришел телефон Nokia N8, который уже неоднократно ранее получал. Вот. Только уже в другом цвете. Были серебристые, черные. Ну, сейчас такой какой-то бирюзовый. Так, здесь у нас чего у нас тут? Имейл. Код, кому интересно. Вот. Эта модель обладает AMOLED-экраном. Такой. Вполне себе рабоченький. Так, сейчас мы проверим инфо нашего телефона. Нет сигнала сотовой сети. Так, что-то тут не то. Шутка. Ага. Это все за то, что вытянет эту сим-карту. Так. Чуть-чуть перезагрузить. Так, ну тут все как обычно. 3.5 разъем. Вон он, дырка. HDMI кабель. Подключать можно. Камера 25 пикселей. Вспышка. Инфракрасный сенсор. Или как он там? Камера на 12 мегапикселей. Так. Внешне телефон выглядит хорошо. Включим его. У него есть два сенсора приближения и удаления, камера. Вот здесь еще, по-моему, это сенсор, кажется, освещенности. У него должен быть сенсор освещенности. Кнопка Home. Качельки громкости. Блокировка, разблокировка. Кнопка камеры. Дверная. Вот так вот у нас включается. Так. Здесь, значит, сим-карта, флешка, микро-USB. Так. Так. Да. Сейчас, так, гвоздочка, решетка 4.0. Так, вот информация по телефону. Nokia Bell Refresh, версия ПО, версия, модель N8. Ну все, всем пока. Понравилось видео? Ставь палец вверх и подписывайся на канал.